тебе Плетикоса, наверное, лучший игрок сборной звезд против команды России, очень много сейвов. Типа, чего не хватило для победы? Много индивидуальных ошибок мы сделали, много неточных передач. Но, конечно, сборная России играет очень здорово, очень хорошо держит мяч с одного касания. Конечно, очень много и молодых таких, которые недавно закончили, это тоже играет большую роль. Самое главное – получить удовольствие, чтобы эти люди, которые сегодня пришли, получили удовольствие от этих, от нас, бывших футболистов. Скажи, пожалуйста, представим, что в следующем году тебя снова приглашают, и ты можешь собрать свою пятерку команды звезд. Прям быстро, по памяти, кого возьмешь, кто сможет обыграть сборную России. Которые закончили? Да. Тема такая. Просим игроков расписаться, всех игроков, всех команд. И разыграем среди наших подписчиков. И разыграем вам, ребята. Спасибо, Ром. Так что ждите. Роналдиньо точно. Взял бы Зидана, взял Дель Пьеро. Есть ли шанс у сборной России? Буффон наверняка тоже закончит летом. А ты? Ну, я буду в запасных. Тренером. И взял бы кого еще? Пуйол. И еще одного Рио Ферди. Супер. Спасибо большое. Спасибо. Пока.